Ученики 10 и 11 классов Видновской гимназии собрались в актовом зале, чтобы прослушать антинаркотическую лекцию. Первым взял слово представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в Ленинском городском округе Олег Мурашов. Он рассказал старшеклассникам о видах наркотиков, признаках и последствиях их употребления. В таких классных часах принимают участие сотрудники наркоконтроля, которые могут из собственного опыта рассказать об этой проблеме, да, потому что они сталкиваются с ней, в принципе, ежедневно, это их работа. Проблема наркомании – одна из самых острых в нашей стране. По статистике, 18 миллионов россиян хотя бы раз в жизни пробовали наркотики, а средний возраст регулярно употребляющих снижается с каждым годом. Управление по контролю за оборотом наркотиков в Ленинском городском округе ведет большую антинаркотическую пропаганду, проводя подобные встречи. Я считаю, что такие лекции именно в таком формате, когда идет вопрос-ответ, более информативны и более понятны ребятам. Ребятам рассказали об уголовной ответственности за хранение и распространение запрещенных веществ. Также объяснили причины, по которым школьники пробуют наркотики. И хотя озвученные факты во многом были известны гимназистам, ребята внимательно выслушали лекцию и вынесли для себя полезную информацию. Для меня лично было не ново, то, что наркотики – это опасно, и что это неправильно, как минимум, и что связываться с наркобаронами как-то тоже не нужно. Ну, я думаю, то, что на самом деле информация действительно очень актуальная, потому что, как уже было сказано ранее, возраст людей, которые употребляют наркотики, он резко сейчас снизился, и начинается он от 14 и заканчивается 25 годами. Вот, то есть, думаю, то, что более чем актуально. Довольно часто проводятся подобные лекции, и для, может быть, классов, которые младше, для них это может было полезно, но я все это мне известно давно. В ближайшее время антинаркотические лекции пройдут и в других учебных заведениях муниципалитета. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.